Он только
чем я сильнее туда его брошу, тем он сильнее пойдет на меня. Раз. И даже я не умею делать мост. И вообще, то есть с мостом проблема. Я даже на мост не люблю становиться. Раз. И сюда, не через живот, а через оп, переворачиваем. И переходим отсюда на удержание. Любой прием должен заканчиваться контрприемом. И переходим на удержание. Раз. Я его взял. Теперь Мишка не лежит вот так, а ручки собраны. То есть вот самое, если руку эту захватили, Миша здесь руку захватил. Хорошо. Очень тяжело ходить. Поэтому рука должна быть сюда чуть. Раз, оп, сюда. Взяли. Хоп, для чего качать нужно? Плечи. Садись, Миша, садись. Для чего качать? А чтобы вот это движение, как дать ему. Раз, он пил туда. То есть, если он вообще туда отскочил, тогда руку вытащил, он же сюда живот. И сюда пришел. Вот, Миша, держи. Еще раз. В партере, если вы поставили ноги сюда, уже очень плохо. То есть раз. Ножку вперед. Вот так. Вот. Значит что? Я его захватил. Захватил. Вот сюда его нужно. Сюда. Вот. Потом, видите, переверну. Но для того, чтобы мне что-то сделать, вот эту нижнюю руку я убираю. Теперь посмотрите, видите, я головой его держу. Головой держу руку. Теперь он уже не уйдет. Потому что если вы подняли, он раз и убежал. Отсюда и переходите на... Держи с этой стороны. С этой стороны. Вот. Взял. Все. Вот туда. Видите, держите. Раз. Оп. Два. Руку убрал. Вот. Головой держу и перехожу на... Так. Поэтому если шея слабая, плечи слабые, руки слабые, то, конечно, тяжело ходить. Но вы сейчас помогаете друг другу. Кто физически не силен, друг другу помогает. Так, все, вперед, пошли. Я перевернул через борцовский мост, перешел в удержание. Потом второй номер. Отжимаем. Повернись, Саша, раскрутились.
животом его сюда, сюда толкай. Смотри. Ударь животом, взял. Ударь сюда руками, а потом сюда. Уходи, кто-то стоит. А ты что?
руки. Две руки тот. Две руки тот. О, смотрю. Yeah.
Что будет? Вечер разогрей. Наклоны, повороты, вращение, колени, шпагат. Я вот сейчас получу зарплату. Мне отдадут долги. Поставлю. Вот такие деньги делают, бросок. Yeah.
Молодец, молодец, Андрюха. Только стоп. Мате. Андрюха сейчас боролся. Извините, что я вас останавливаю, но потому что я знаю, что будет потом. Чтобы у вас потом этого не было, то, что было у меня. Он наклонился. Что Андрей делает? Так и стоит. Андрюха, он будет подниматься, он тебе бук по зубам сюда. Будешь еще язык так пустить. Ну, во-первых, если голова внизу. Голова внизу. Естественно, по зубам получишь. Убирайте голову в сторону. Уже получил тебе разу по зубам? Как и я. Конечно, а как вы думаете? Почему я вам говорю? Работаем, работаем. Вот так, молодец, место. А вот грязный так. Так, стой. Эй! Братинка, стол сломаешь. Он деньги стоит. Мне Сашу не жалко. Саня, я не понял. Он пришел. На один класс ниже тебя, и ты падаешь у него. Ну, салаги. Я теперь. Не бросайтесь друг на друга. Молодец. Андрюха, соберись. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Так, вот это и вот это. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Хорошо, еще минуточку, еще минуточку. Так, куда ты едешь? Париж? Итак, ваша задача – борьба с умом. Упадешь и упадешь. Да, поставьте красный мат. Каждый ставит, каждая группа ставит себе красный мат. Да, Макс, сюда, потому что там ребята упадут на тебя. Так, Мате, смотрим внимательно. Молодежь, борьба с умом подразумевает. Значит, подразумевает, первое. Нет, просто сядь, сядь. Она, ага, так, вы тоже возьмите, вот так, как они поставили.
секунд. И все. Значит, дальше. Приглашаю. Ходят там. Это делать не надо. Соль бросать не надо. Дальше. И они вот так не становятся, потому что 120 килограмм они 7 раз в день кушают. Начиная с 5 часов утра. Чинч. Лаура, чинч. Сразу. Лаура, шаг. Лаура, и жрут, и жрут. Чем больше веса, тем легче столкнуть. Проигрыш считается в каком случае? Касание рукой, коленом, любой частью тела. Плюс у них круг. Если пять человек, конечно, сидит, отдыхает, я. Приготовились. Может.
Oh!
Yeah.
Thank you.